Новое событие стартовало вот, в честь Хэллоуина. Что-то с тыквой. Что-то опыта мало, 8800 всего, но сейчас посмотрим. А хотя вот опыт игрока. Я не знаю, что это за бонус такой. Это Легион. Я выбрал сюжетку Легиона, потому что до этого никогда ее не проходил. Вот такой вот персонаж. Уже 43-й, ну, быстро уровень качается, достаточно-таки быстро. Два артефакта вот, сюжетных. Посмотрим, что там сейчас будет. Так, пошел я в эту локацию, сейчас посмотрим, что тут будет. Монастырь Алого Ордена, я тут был когда-то. Что тут делать, интересно, надо? Монастырь Алого Ордена, это данж такой был раньше. Сейчас я не знаю, что тут будет. Ни хрена себе, тут люди 50 уровня. Впервые вижу вот эту штуку. В прошлом году я не играл во время Хэллоуина. Чё, типа тыкву убивать надо? Сейчас следующий левел уже будет. 44-й. Изи. Теперь на пустоши меня. Кошелек для мелочи. И что, это весь лут? Не густо. Кстати, экспы так нормально дали. Вообще, как я уже говорил, я играю за танка. То есть буду теперь мейнить танка. Я там чуть-чуть рейды походил, то есть данжи. Сейчас, может, вставлю в этот ролик. С удовольствием сокрушу вас! Мои силы иссякли. Мы преуспеем там, где уступили другие. Oh!
достойная награда. Я ценил вас. Эгида Агромара ваша. Нет, я король бог Сковы. Тоже доказал, что достоин. Эти смертные не посмеют оспорить мое право владеть Эгидой. Сковальд, эти герои завладели Эгидой по праву. Уже поздно что-либо оспаривать. Или эти псевдогерои сами отдадут Эгиду. Или я вырву ее из их мертвых рук. Отдайте Эгиду, или умрите! Сгиньте в неугасимом пламени! Эгида обрела истинного хозяина! Удивительно! Я не верил, что кто-то может сравниться с валарьярами! Но вы доказали, что это возможно. Вашим последним испытанием стану я! Победите, и я высеку ваши имена на стенах этих чертогов и дарую вам достойную награду! Какими славными победами ты порадуешь меня? С доблестью веками я не встречал достойных противников! Да начнется битва! Моя сила превосходит ваше понимание! Есть слабое место! Я найду ваше! Победа за вами! Вы удивительные создания, и вас ждет достойная награда!